Красная дорожка, столичные гости, множество автографов. Сегодня в крае официально стартовали шукшинские чтения. Второй за неделю Следственный комитет края проверяет еще один случай неоказания медицинской помощи. Ради любви к родине в Барнауле прошло байк-шоу в поддержку патриотического фильма. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Сегодня в Алтайском крае официально стартовали всероссийские шукшинские дни. Открытие фестиваля по традиции прошло у памятника Василию Макаровичу в Барнауле. Сегодня же на протяжении всего дня в кинотеатрах идет показ конкурсных фильмов и кинолент победителей прошлых лет. В 18 часов на площади у театра драмы по красной дорожке пройдут почетные гости фестиваля. Наши корреспонденты будут работать на площадке. Подробный репортаж смотрите завтра. Она мечтает стать ветеринаром, а потому издевается над животными. Вопиющий случай о малолетней живодерке попал на страницы «Комсомольской правды» Барнаул. О чем еще сообщают журналисты сибирской медиагруппы в обзоре далее. Шокирующее видео попало в сеть. Школьница из Бурлинского района Алтайского края топором расчленила котенка. Действие живодерки снимала на камеру ее подруга. Пользователи социальных сетей в ужасе. Между тем, мать девушки уже после попыталась оправдать свою дочь. Говорит, так девушка хотела избавить котенка, который якобы был болен, от страданий. Подробности на страницах «Комсомолки». А вот Политсибру, ссылаясь на Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края, сообщает, что цена на бензин начала падать. Так, в июле органами статистики было зафиксировано понижение стоимости бензина марок А92 и А95. Правда, на каких заправочных станциях замечена такая тенденция, не сообщается. Рубцовский боксер Владимир Узунян стал победителем 4-летней спартакиады молодежи России. Соревнования прошли в Московской области. Этой приятной новостью делится Рубцовск-Инфо. Подопечный Александра Дударева в Раменском удачно провел 3 боя и выиграл золото спартакиады. Елена Макаренко, наши новости. Высокотехнологичная медицинская помощь стала более доступной. Этим летом в краевой офтальмологической больнице начали делать операции, за которыми раньше пациентам приходилось ездить в федеральные центры. Вера Николаевна, что-то беспокоит сейчас после инъекции? Сейчас ничего не беспокоит. То есть после инъекции все нормально, да? Все нормально, да. Каких-то жалоб, беспокойств не было? Нет, и как-то лучше даже немножко стало видеть. Вере Поповой, жительнице Бийска, 64 года. Несколько лет назад в правом глазу у нее появилась черная точка. Тогда женщина и предположить не могла, что так стремительно начнет падать зрение. Центральное она практически потеряла. Вера Николаевна лечилась в местной поликлинике, потом получила квоту в офтальмологический центр Новосибирска. Там женщине впервые ввели препарат в глазное яблоко. И вот на прошлой неделе уже в больнице Алтайского края она получила вторую инъекцию. Грустно было. Первый раз, когда ехала, боялась, думала, как это все. А теперь уже второй раз, мне уже и не страшно. И сюда здесь близко, до Барнаула. Препараты, которые препятствуют образованию новых сосудов в стекловидном теле, обычно назначают пациентам с возрастными изменениями в работе глаза, а также при осложнениях у людей, страдающих диабетом. Лекарства вводят в глазное яблоко. Время операции всего 5 минут. При этом длительная госпитализация не требуется. Уже на следующий день пациент может возвращаться домой. В этом году мы планируем пролечить порядка 500 человек, то есть с июня месяца эта работа началась достаточно активно. Ну а в последующие годы, я думаю, речь пойдет о 1000 инъекций ежегодно. Раньше, чтобы получить подобное лечение, больным приходилось по квоте или за свой счет ездить в федеральные центры, например, в Новосибирск или Москву. Только одна инъекция там стоит более 60 тысяч рублей. В январе 2018 года на базе краевой больницы был создан медицинский офтальмологический центр. За счет финансирования регионального фонда медицинского страхования удалось увеличить объемы проводимых здесь операций. Получить высокотехнологичную помощь теперь можно по полису, необходимо лишь направление врача. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. А вот Следственный комитет края начал проверку по сообщению СМИ о неоказании медпомощи, что в итоге привело к смерти 56-летнего барнаульца. По крайней мере, так сообщили некоторые СМИ. Добавим, за последние несколько дней это уже не первый подобный случай на Алтае. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу номер 12. Дежурный врач-терапевт отказал ему в госпитализации. Через несколько часов пациент скончался уже в другой больнице. О случившемся в соцсетях рассказала дочь умершего. Следователи
установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям медработника. В Барнауле прошло байк-шоу в поддержку историко-патриотического фильма, снятого известным российским общественным деятелем Александром Залдостановым. Премьера киноленты состоялась накануне в краевой столице. Мотопробег организован барнаульским сообществом. Байкеры проехали от речного вокзала до Нового рынка. В местах остановки мотоциклисты раздавали флаеры о картине «Русский реактор». Это фильм режиссера и, кстати, тоже байкера Александра Залдостанова об исторических событиях России со времен правления Николая II и до наших дней. Цель мотопробега, говорят участники акции, патриотическое желание вызвать у барнаульцев чувство гордости за родину. Что пришлось пережить русским людям в непростые годы, в годы революции, в послереволюционные годы, в годы войны, перестроечный период и в настоящее время. Мы хотим донести до наших собратьев, для наших граждан, привить им любовь к истории, уважение к ней. После мотопробега желающие могли сфотографироваться с байкерами, а затем состоялся сам кинопоказ. И о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. Сегодня в крае пасмурно, почти везде дожди, местами сильные, в Барнауле без осадков и до плюс 20. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи!